На базе Центра туризма и краеведения проходит чемпионат России и всероссийские юношеские соревнования по альпинизму. Всего в турнирах участие принимает порядка 140 спортсменов со всех уголков страны. Тюмень, в принципе, готова принять и большее количество участников, но в большее количество дней, потому что плоскостей у нас не так много, их всего 8, на которых можно одновременно лазать. То есть мы даем всегда 4 трассы, 4 трассы – это 35 судей. То есть сейчас Тюмень – это самый крупный, так сказать, город, в котором самое большое количество судей, причем высокой квалификации. Пока спортсмены проходят квалификацию в дисциплинах трудность и скорость. Среди фаворитов – кировские и томские спортсмены. В частности, трехкратный победитель первенства мира Владислав Кемерев. Есть элементы, которые мы на тренировках отрабатывали и здесь додумались, их воспользовались. Я думаю, что немногие до этого смогут додуматься, сделают по-другому. Но в этом и суть данной дисциплины, что на одно движение много вариантов. Все зависит от сил участников. Старт финальным лазанием будет дан в воскресенье в 10 утра.